Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Всем привет! Я проснулся, улыбнулся. Немножко позже, чем будильник, ну ладно, ничего страшного. А тут у нас Кристина спит, видали? Ага. Чего ты не встаешь? Я ТикТок смотрю. О, понятно. Тут у нас палата, видите, белые стены, тиктокерша, все. Я, короче, встал. Сейчас, значит, ну, в интернете лажу. Всякой ерундой занимаюсь. Сейчас буду стримить. С другим стримером мы там договорились. Ну, мы договорились через час стримить. Но я там заранее ему написал. Мало ли, надо же, может, собраться там, созвониться и так далее. Смотрите, как у нас красиво за окном. Вот выходишь, балкончик. Ах, снег. Ляпота. Машинки ездят. Хорошо. Даже, кстати, не холодно на улице. Я вот вышел. Нормальненько так. В общем-то, сейчас будем пить чаек, завтракать. И сядем стримить. Ой, ребятки, добрый день. Я, короче, когда проснулась, у нас уже стемнело, у нас уже вечер. Сходила в душ, сидела, ждала, пока у меня волосы высохнут. Думаю, ну сейчас волосы высохнут, поздороваюсь, там возьму камеру, что-нибудь там сниму, расскажу. Ай. И что-то сидела, смотрела видосики, смотрела. А потом такое на время посмотрела и думаю, ё-моё, 6 вечера. Кристина, ты чего? Вот пришла к вам поздороваться. Волосы уже, в принципе, высохли нормально. Вот Никита играет в Valorant, стримит. Сегодня должна у нас быть мафия, как бы через 3 минуты, но что-то никто ничего не пишет, я не знаю, собираемся мы, не собираемся, вроде как бы поставили неделю назад планы, что все, каждую субботу мы собираемся все вместе играем в мафию через вебки, да, а что-то никто особо ничего не пишет, мы все спрашиваем, никто ничего не отписывает, короче, неизвестно, вот, я не знаю, идти краситься или нет, вот Никиту напрягла, чтобы он там спросил. Потому что так-то, что мне краситься, если перед камерами там столько людей, думаю, надо быть красивой, значит. Ну, там, знаете, просто реснички подкрасить, и все, красотка. Вот, сижу, смотрю видосики, играю, короче, в игру. Сейчас вам покажу, что за игра. Это, ну, естественно, никакая не реклама, дурацкая какая-то игрушка. Типа, знаете, как есть такие... Как это объяснить? Есть журналы, в которых ты проходишь, типа кроссворды, да, есть. Есть разные такие, как это называется, господи, вылетело из головы. Там, где куб такой из 9 кубиков, ты цифры вписываешь. Господи, как он называется? Только что за... Я в него тоже играю, вылетело из головы. Ладно, и вот такая, короче, значит, игрушка, заходишь в уровень... Играет так, ждем рекламу, сейчас пока реклама пройдет, я вам расскажу, суть в чем... Суть в том, что нужно, короче, застроить поле там крестиками и закрашенными полосочками, и тогда получится типа картинка. Я знаю, что моя мама, по-моему, когда-то очень давно в журналах эту штуку разрисовывала, либо кто-то другой. Я просто очень давно находила какой-то журнал у бабушки, и там были прорешены вот эти вот типа задания. Вот, выглядит это все вот так. Вот я, допустим, смотрю 10, значит, мне надо закрасить 10 клеточек. Закрасили так. 1 и 4. Один сверху, это может быть либо здесь, либо где-то здесь, и 4. Ну вот здесь. И вот так вот сидишь, заделываешь, крестиком отмечаешь, где точно не может быть. Вот. И я вот так вот сижу и решаю. Не знаю, иногда затягивает, я сижу, смотрю какой-нибудь видосик в наушниках и параллельно там себе решаю. Развиваю логику, мышление, это что-то, слушайте, я начала за собой замечать, что что-то у меня не то. Надо, может, какие примерчики взять, порешать, математику, все дела. А то что-то, да, немножко такие вот боязни начинают быть, что я начинаю тупеть. Как бы это грубо не звучало, но я не тупая, нет. Мы только что покушали, я вот сделала чаёк себе. Никите тоже сделала, только с молоком. Сейчас буду дальше смотреть разные передачки на ютубе. Пить чаёк. Чайку есть шоколадку, но шоколадку как-то не очень хочется. Я вот вчера открыла печеньки. Ты хочешь печенье, Никит? Да, давай. На, тогда возьми себе пару штук и дай мне обратно, хорошо? Только осторожно там. Только две? Не хватит. Ладно, все, сажусь чаепитничать.
Так, а мы сейчас будем смотреть третий сезон «Очень странных дел», чтобы вы знали. И кушать бутерброды с чаем, кушать бананы. Что ты будешь с бананами сделать? Расскажешь? Я хотела сделать тортик, но я, короче, посмотрела рецепт, тортик, который я хотела делать. И там нужен миксер, ну, чтобы яйца взбивать аж до хрена. А блендер не подойдет? А у нас нет этой насадки, типа, как с венчиком. У нас только измельчитель. А самому? Ну вот я не знаю, или получится, поэтому я завтра приготовлю, не буду записывать рецепт отдельно. Если получится, то потом запишу. А если не получится, то просто скушаем. Но я завтра планирую сделать тортик шоколадный, не шоколадный, с бананами. Ой. Вот. Посмотрим, как получится. Вот. Поэтому эти бананы есть нельзя. Останутся, тогда можно. И Никита все бананы съел, и все. Ну, вкусные. Глаз кладет. Ладно, идем пить чай. Смотреть сериальчик. Интересно, что в третьем сезоне? Да, мы сегодня целый день стримил Valorant, игру такую. Мы договорились до X-Games с нее стримить, так как не было мафии почему-то, не знаю, никто не собрался. Да, организации никакой, в общем-то. И играли в Valorant, а потом я решил такой, ай, все, надоели мне эти сессионные игры, зайду почилить чисто, расслабиться, там в Лего этот, Властелин колец играли там с подписчиком. Вместе. В общем-то, нормально. Сейчас идем, бежим быстрее, падаем на диван смотреть сериал. Мы только что посмотрели две серии сериала, и уже начинается что-то очень интересное. Кстати, в этом сезоне видно, что бюджет вырос. Краски сочные, короче, вообще картинка очень крутая. Вот, сейчас сажусь монтировать влог. А ты что будешь делать? Будешь ждать, пока смонтирую и пойдем спать? А сколько время? 1:42. О, еще не так поздно, как вчера, например. Надо идти. Да, надо. Сейчас все, я сажусь, буду монтировать, выставлю выгружаться и пойдем спать. Я на самом деле как-то хочу спать, не знаю. О, а что это там за игра такая с шестеркой? Интересная. Ладно, все. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И увидимся с вами уже завтра. Всем пока.